Всем привет! У нас в игре появилось новое здание, кожевельня. Я предлагаю вместе ее построить. Покупаем. Первая стадия строительства. Доски, жесть, бревна. Вторая стадия. Трубы, брус, окно. Третья стадия. Раствор, черепица, тент. Все, здание готово. Давайте посмотрим, что в нем делается. Это, получается, у нас появились буйволы. Когда золотая статуя буйвола, из него выпадает кожа. Плюс проволока, получается, портмоне. С портмоне потом можно делать канаты на песни ветра, на индиго. Еще из кожи буйвола гвозди, чемоданы. С них можно делать, получается, чернику. По-моему, на полуарсайте, если я не ошибаюсь. Давайте посмотрим. Нет, это не Polar Sight. Где же я это видела? Я где-то видела, что можно... Вот, видите, на скальпе можно делать чернику. Из чемодана и табуреток. Всем спасибо за просмотр. До свидания.